Пример записи видео на смартфон Lenovo K30. В смартфоне стоит модуль на 8 мегапикселей. Записывает видео в максимальном разрешении 720p, частота кадров 30. Видимо, здесь у нас ограничение уже по железу идет. Кстати, стоит отметить, что звук пишет в стерео. Битрейт 14 мегабит, что весьма неплохо для 720p. Также стоит отметить, что здесь автоматический фокус. Причем срабатывает весьма шустро. Давайте еще приблизим. Да, весьма неплохо.